Уже второе десятилетие на форуме «Стратегическое партнерство 1520» мы смело заглядываем в будущее. Давайте спросим себя, как мы будем перемещаться через 20 или 30 лет? Что в реальности будет означать расстояние 100, 200 или 1000 километров? А что, если расстояния будут и вовсе измеряться минутами? Как изменится экономика, когда время доставки груза из Азии в Европу сократится в десятки раз? С 45 суток по морю до 24 часов по сухопутному маршруту. Контейнерные перевозки быстрее DHL. 3D-печать целых вагонов и локомотивов. Пересадка с одного поезда на другой без остановки. Образы из фильмов о будущем становятся все отчетливее. Не правда ли? Транспорт меняется не столько быстро, сколько фундаментально. Увеличение скорости, уберизация, композитные материалы трансформируют логику перевозок и отправляют в корзину традиционные бизнес-модели. Стирание технологических и географических границ рождает новые транспортные решения. Форум «Стратегическое партнерство 1520» — это время активного дизайн-мышления в континентальном масштабе. Это стимул роста для государств, экономических зон и территорий развития. Форум — это место, где мы обсуждаем новые технологии и создаем условия для новых проектов.